never know what will happen at Worlds. The stage is set, the curtain is drawn. 没人能够预见会是这种情况. This is the key people want to see. 新的王者诞生了. Kaboom! They lit the fuse. 你看到了吗? They're gonna win. This is it. С возвращением, дорогие зрители! Две игры чемпионата мира, точнее, второго дня предварительной стадии чемпионата мира мы уже посмотрели, и самое время переходить к третьей, которую самая вкусненькая. Так долго ждали, боже ты мой, это как десерт, абсолютно верно. Когда тебе, даже не десерт, нет, это слишком попсово, как компот. Знаешь, когда в детстве тебе бабушка сначала, значит, первое, потом второе. С пюрешкой, с котлетками и потом компот. Идеально, просто идеально. Ну, вот надеюсь, ты это сказал? Зачем ты это сказал? Надеюсь, Юол все-таки не будет устраивать нам компот, они все-таки покажут хорошую игру. На самом деле, переживать особо не за что, потому что Юол — это тот коллектив, который достаточно неплохо скримы переносил в турнирные игры, они умеют играть агрессивно, они понимают слабости противника, и при этом стоит отметить то, что V3, что Rainbow Seven, сейчас им предстоит игра против японского коллектива, они плюс-минус не сильно отличаются от того, как играют в СНГ, как любят играть в СНГ, потому что в СНГ предпочитают играть медленно, любят подскейлиться. Конечно, против этих коллективов Йол, как обычно они предпочитают, там третий пик КС1 в блайнд. Все, можно брать, и это действительно может сработать. Хотя, конечно, против R7 V3, вот, начиная с мидгейма, как они, в принципе, тимфайтились, как они понимали свои сильные стороны, отыграли они неплохо. То есть early game down под вопросом был, но, тем не менее, мидгейм у них уже был достаточно неплох. Ну, японский коллектив, в принципе, знал, что им делать с таким драфтом, хотя я здесь скажу, что все-таки драфт был у них, ну, очень простой для понимания. Очень здесь даже простой. Не надо объяснять. Это классика кетча, да, у вас вот есть несколько ресурсов, стрела Аши, Пабло Зои, Окон и Лизы, там, Станри Никтона. Используйте их для того, чтобы кого-то поймать и убить. Численное преимущество. И изи-пизи, это, знаете, как вот в старых мемах, когда там первый шаг там, поймали, второй шаг вопрос, третий шаг проф. Касательно КС1, мы с тобой говорили о том, что лидер команды V3 не самое сильное их звено, скажем так. Это... Ну, не то, что не самое сильное, ну, я так не говорил, то, что он не самое сильное, скорее... Он стабильно хорошо нажимает на кнопки, но начиная с мидгейма. То есть он опора команды мид, да, и лейтгейме, но при этом во время лейн-фазы практически ничего не делает на карте. То есть он, вот, у него вся линия, это как трендомер или Тима, который на топе играет, у него мид-база, и все. Пока с лейн-фазы команда не уйдет. Мне интересно, кстати, будет очень посмотреть, как она будет играть из отставания, потому что пока что я почти все игры, которые видел в V3, они играли из преимущества, поэтому это такой достаточно большой вопрос, что коллектив вообще в целом будет делать, потому что если они из отставания будут, ну, допустим, не находить моментов, где можно вернуть темп, где можно какое-то действие сделать, то, к сожалению, тогда можно на них ставить будет крест. Ну как, к сожалению. К сожалению, для фанатов V3. И я думаю, что, скажем так, Для фанатов хорошей Лиги Легенд. Я даже так скажу. Хорошо. Фанат хорошей Лиги Легенд, конечно, важно. У нас на экране появляются наши... Бойцы. Да, наши бойцы. И сразу же убирают их с экрана, потому что хватит хорошего. Но в новой форме, кстати, форма крутая. И я рад, что ребята могут нам ее показать, то, что они добрались до арены без всяких проблем. Единственное, наверное, то, о чем можно поговорить, потому что время от времени это являлось проблемой. Мы знаем то, что этот коллектив не любит просыпаться рано. Этот коллектив часто испытывал проблемы даже в BO5 сериях, когда, я не помню, на риф... Не-не-не,
в LCL Open Cup, помнишь, они играли против Dragon Army, да, когда 0-2 да, проигрывали, да, потом 3-2 камбэкнули. То есть у них отговорка главная была, то что, блин, ну мы слишком рано проснулись, короче, и этот первые две игры просто в салат заинтили. И сейчас, если не ошибаюсь, сегодня они в 8 утра выезжали из одного отеля, потом ехали в основной отель, который они были. Сегодня у них карантин закончился, то есть они с карантинного отеля поехали в основной отель, где живут все команды. Потом там побыли там полтора или один часик и поехали на арену. Соответственно, они проснулись очень рано, и я надеюсь, это не будет проблемы. Ну, скажем так, тогда с учетом такой проблемы очень даже хорошо, что мы начинаем все-таки свое турнирное выступление с матча против японского коллектива, объективно более слабого, чем LGD или PSG, и уже к тому моменту, когда придется играть более сильной командой, и дороги точно должны проснуться. А, напомню, что против PSG там играть тоже сегодня, но чуть попозже, это будет пятая по счету игра, то есть через одну. Итак, насчет этого матча мы много с тобой обсуждали жадность драфтов команды Unicorns of Love. У меня сложилось впечатление, что если вот в этой игре такой жадности, что у нас три скелящиеся линии и при этом еще керри скелящийся лесник, если такого не будет, команда Unicorns of Love должна просто камни на камни оставлять от своих оппонентов. Мне кажется, хороший вин-кондишн для UOL в этой игре — это 2 на 2 в топ-сайде. Потому что мы видели по прошлой игре, как Буги и Пас, они не сказать то, что прям супер готовы друг с другом там отыгрывать, сетапить ганки, сетапить дайвы. То есть у них это скорее, ну, так интуитивно получалось. И здесь для UOL, зная, как много босса на Насом играли вместе, как они долго нарабатывали свою синергию, это может быть отличным ответом на то, как можно выиграть команду из Японии. Ну что ж, друзья, драфт этой игры у нас уже начался. Первый бан сразу же в Ананасика, который на китайском суперсервере действительно много на Эвелине играл. Правда, винрейт у него такой достаточно. Но это уже интересный. Второе, это уже второе, Игорь. Давай не будем портить всё статистикой. Кстати, интересно то, что до того, как босса на Насом играли по отдельности, не в дуо, а в соло, у них винрейт был получше. Когда они начали играть в дуо, что-то как-то винрейт у них подупал. Кстати, стоит отметить то, что Гаджет и Сантос находятся сейчас в отличной форме, оба в ранге претендента. Инви в нашем личном разговоре говорил то, что они показывают невероятно крутой отыгрыш и в тренировочных матчах, и в целом в соло-кузе чувствуют себя комфортно. Поэтому сейчас, наверное, такой акцент я бы сделал на выступлении ботлейна, потому что давным-давно, в 2019 году, полтора года назад, когда команда поехала на MSI, как раз-таки очень много было вопросов по выступлению Гаджета и Сантоса на нижней линии. Ну, в большей степени, наверное, Гаджета, потому что из раза в раз вот в BO5 сериях ботлейн проседал, пока, конечно, для себя они не открыли Ашу там Кенчу, на которых могли просто играть таким стабильным ботлейном. Но другие ботлейны у них просто не получались, после чего у них, конечно, и произошли вот эти все изменения в составе, но я рад, что состав вновь собрался, и они готовы показывать как раз-таки, чего стоят вместе. Люциан, Люкс и Эвелина находятся у нас в бане со стороны В3, Нидали, Лилия и Аша в бане со стороны Unicorns of Love. Кстати, возможно, мы наконец-таки увидим шерифа Пилтовера, да? Это Кейтлин будет для Арчера. Несмотря на то, что в никнейме у него написано «Лучник», на этот раз он решил на вооружение взять снайперскую винтовку. Пока что Кейтлин у нас была только в банах. Интересно будет посмотреть, как будут реализовывать этого персонажа. Ну, она даже, кстати, когда из банов выходила, ее там не все команды пикали. То есть, да. Здесь В3 решили взять Кейтлин. Кстати, да, UOL не очень любит играть против Кейтлин, поэтому важно, чтобы они здесь не тильтанули. Но, тем не менее, против Кейтлин есть свои ответы. Тот же Джин, он достаточно неплохо себя чувствует против этого чемпиона. Аша уже в бане. Соответственно, Джин, наверное, здесь выглядит как такой самый простой выход. Подожди. Есть Ариана еще на ФП. Надо помнить про то, что Гаджет у нас волшебный стрелок, то есть не брезгует он магами, и, возможно,
возможно, гаджет здесь выкатит вообще даже и не стрелка, а какого-нибудь персонажа серии Зигс, Хеймер и так далее. А против Кейтлин ты особо не хочешь, потому что она в любом случае большинство магов перепушивает. Просто ее задача... У нее нет задачи именно убить ботлейн. То есть ее задача просто пушить, и даже тот же Хеймер не справится с тем, чтобы, ну, отвечать на ее пуш. Потому что ему как минимум надо первый бэк сделать на 1300. Он больше всего хочет купить вот этот предмет на ману и на АП, чтобы потом уже выйти, ну, по-разному, там, то в Люденту или еще во что-то. Окей, но Сион появляется тем временем для пазы, то есть здесь все-таки хотят ставку делать на свой ботлейн, я так понимаю, представители Японии. И я только хотел... Кстати, очень интересный драфт уже получается у нас, потому что с одной стороны мы уже видим Лесника и Топера, с другой стороны там ФП Арианы. Камила выглядит как отличный пик, потому что Камила неплохо себя чувствует против Сиона, она его аутстрелит. Фрискейл, да. Это фриски. Ну, вначале можно, конечно, там от Сиона отхватить, тем более от связки Сион плюс Картус, но тем не менее, если Камила, ну, там не почувствует на себя никакой угрозы первые там 8 минут игры, 9 минут игры даже, то потом вообще она никаких проблем не должна, ну, испытывать. Там полтора, даже один слот Камилы уже очень опасен для Сиона. Ну и, кстати, не стоит забывать, что Сион в early game очень слаб, потому что у него маленький пул хп, и Камил его, в принципе, один на один может даже в early убивать. Ну, Сиону не придется, я думаю, очень много с Камилой трейдиться, скорее всего. Точнее, как, придется, потому что Камила может это форсировать, конечно же. Но Сион здесь берется не для того, чтобы выигрывать лайн. Здесь скорее, конечно же, акцент будет сделан на нижней линии. И именно поэтому сейчас баны в саппортах. Видим, с одной стороны, у нас Леона и Пантеон уходят в блокировку, с другой стороны, пока что только Бардиссимо был отнят у Сантоса. Сантос, кстати говоря, вот на Барде его игры, которые благодаря Ильи удалось поспектейтить, были просто потрясающие, и я абсолютно не удивлен, что Барда решили отнять сейчас японцы у Сантоса. Кстати, забавно то, что почти все игры, которые Инви спектейтил, где играл Сантос, он все время в отдельности от своей команды играл. Ну, то есть он там попадался и против суперстаков, там, где там Капс, Реклесс в одной команде бывали, и он все равно почти каждую игру выигрывал, соответственно, импакт от него Солоку прям действительно очень большой. И сейчас находится, ну, видим то, что в бане уже находится там 4 суппорта, поэтому здесь, скорее всего, любимый либо трэш, либо Наутилус у нас будет. Я, кстати, удивлен, что трэша не стали брать, потому что Сантос очень трэша любит. Это самый частый бан против Юникорна был в этом сезоне. Помимо этого, очень интересный выбор, потому что команды у нас, играя на красной стороне, они предпочитают все-таки на ласт пик оставлять суппорта, а не стрелка. А здесь мы видим то, что Йол все еще в раздумьях. Может, они действительно и мага какого-нибудь у нас выкатят против Арчера и Рейд. Что? Кеммердингер не очень хороший пик вариант, если что. А, это, скорее всего, отсылка к ДФМ, потому что против Цереса очень много банов Хеймера приходит. Это его один из ОТП-пиков, и в этот ритм... Знаешь, это его самый главный ОТП-пик, если так скажу. Да, это такое почтение своей второй команде решили показать. И у нас выходит Галио. Галио против Арианы достаточно спокойная линия, типа Галио не испытывает никаких особых проблем, то есть он скейлится, он в принципе пушпрая даже в начале имеет, поэтому он может вместе, ну, может просто помогать Картусу. Нет, я не верю, что... Да! Серьезно? Да, нет, ну, ребята, да. Как Ариана ботлейнка с один мид на себя, да. Зачем? Игорь, нет! Это знаешь, как это? No! Да. Да, абсолютно. Ой, ребята, ну зачем это себе так усложнять? Зачем так себе усложнять жизнь? Не, я понимаю, конечно, то, что будь Ариана на мидлейне, то есть Картус и Галио, они слишком фри такой, знаешь, early game испытывают. При этом они хотят себе сделать тот самый безумный скейл Камила, Ариана, Кассадин в одной игре, в одной команде. Вы хоть раз такое видели? Я не знаю, там еще, знаешь,
на суппорта что-нибудь скидать, Сену еще на суппорта надо взять, и в лес какого-нибудь Вейгара, тогда идеально было бы. Я не знаю. Это Кассадин против Дабл АП, если что. Это Кассадин против Картуса в лесу и Галя на миду. Нет, Кассадин против этого сетапа здорово работает. Ну, прям реально здорово. Единственные вопросы по поводу того, что я надеюсь, что против... допустим, PSG против LGD мы таких драфтов не увидим. Тем не менее, мне интересно будет, как будет развиваться эта игра, но в первой же игре таких сюрпризов я не ожидал. Знаешь, как обычно говорят, ну, в первую игру ты приходишь и такой, давайте стандартик исполним. Вот как да, давайте просто победку возьмем спокойненько. Вот Супермассив, вот тоже они решили стандарт не использовать, они такие, ну, мы просто сильнее, мы имеем право. Они вышли, показали, всем все доказали и ушли спокойно с победкой. Сейчас вот Йол решили после прошлой игры сделать то же самое. Они вышли, показали, но пока что еще не доказали. Поэтому да. Основной вопрос будет именно у нас к тому, как игра будет проходить. Юникорны остались верны своим традициям. Скейлимся. Скейлимся, живем. И давайте посмотрим, как эта игра будет проходить для нашего коллектива. И для этого, конечно же, слово надо передать нашим комментаторам. Алексей, Дмитрий, прошу вас, объясните, что это? Big thank you, Mr. Fike и ATR. Я не знаю, почему так ребята прям, знаешь, как-то насели на эту Арианну на нижней линии. Вполне себе были времена, когда она неплохо там стояла, когда все маги подключились против Кейтлин с Наутилусом. Ну, вообще такой добротный пик. Тут, понятно, ставка на Кассадина. Супер приматча против Галио. Интересная заготовочка для самого начала. Есть физический урон в виде Грифса, в виде Камилы. В целом, мне драфт нравится. Самое главное то, насколько хорошо себя будет чувствовать именно нижняя линия и гаджет в частности. Очень интересно. Я больше всего жду, не дождусь, когда в печати начнут спамить мою любимую пасту. Это когда единичка, дробь, 16, секундомер. И вот этот вот всякие смайлики клинч, да, когда Кассадин возьмет 16 левел, Кассадин у нас тут на соло-линии, когда они взяли Кассадина, я так, это же не Кассадин в Кейтлин, я на секунду так задумался, надеюсь, гаджет, пожалуйста, это прям слишком. Обычно, ребят, когда вы играете на Кассадине, еще и против одного из сильнейших, если не сильнейшего, пуш-стрелка на линии, Кейтлин, то вы заслуживаете на драфте потерять Герольда, вышку, два дракона. Но я надеюсь, что Unicorns, благодаря своему индивидуальному уровню игры и лучшей командной игре, найдут способ, как не проиграть early game, заскейлиться. У них три гиперкерри, фармящий лесник, Ариана, Кассадин, Камила. Все эти персонажи являются гиперкерри с невероятным скейлом. Лесник, который вряд ли может загангать или им как-то помочь, как там Валибира сет. Ну что, начинается игра, Дим? Не начинается, пока у нас игра. Как так можно? Нельзя так делать, ребят. Но только Unicorns начинает играть, сразу пауза. С континентальной лиги какая-то у нас появляется. Еще немножко времени хотят потянуть, потому что мы ждем уже второй день начала игр именно Unicorns of Love, команду, за которую болеет сейчас весь СНГ регион. Да и есть даже, кстати, на Западе много фанатов сейчас, потому что организация все-таки европейская. Насколько я помню, корни вообще из Германии, да, идут, поправь меня. Все верно. Организация немецкая. Приехали они уже с небольшим багажом фанатов. Были достаточно яркие. Я причем даже... Я был у истоков, знаешь, так сказать, как зритель зарождения Unicorns of Love. Они играли промоушен-турнир в LCS европейский. Не LEC, а именно LCS. И они играли против Millennium. И они проигрывали 2-0, 0-2, соответственно. И тогда в Визичачи был ОТП Поппи известный. Еще старая, не новая, а старая Поппи. И он при 0-2 ее выкатывает. И они побеждают эту катку. И только потом... Ему начали еще банить Поппи, он начал играть на Маукае, и ребята перевернули, и Millennium тогда вылетели из LCS, и, как оказалось, они не только из LCS вылетели, но и в целом из Лиги Легенд эта организация ушла. А как раз-таки Unicorns of Love очень долго находились в европейской лиге, после чего, я не помню, они то ли слот продали, да, то ли они во франшизу не попали, и начали, так сказать, блуждать по разным регионам. В Германию все немножко поиграли, а потом в конечном итоге и в континентальную лигу пришли. Ну что ж, дамы и господа, это первый матч Unicorns of Love начинается против коллектива из Японии. Let's go вперед, дамы и господа, болеем за наших. У нас что-то интересное будет на первом уровне уже происходить. Как мы видим, Кейтлин у нас начинает
с верхней части карты. О, Дима, это у нас свап, там, где Сион будет, скорее всего, забирать свои кемпы, умирать под вышкой, и Кейтлин будет пушить для того, чтобы выключить Камиллу из игры. Юникорнцам надо, единорогам надо как можно скорее это прочитать и сделать обратный свап, потому что если Камиллу заденает early game, она будет умирать, будет просядет по опыту, а Сион в своей пассивке, даже если умрет под вышкой, сможет подобрать и фарм, и опыт. Ой, как, какая-то заготовка чизовая со стороны японцев. Надо Юникорн сейчас адаптироваться. Что у нас будет делать Камилла Риана? Камилле срочно надо было бежать на нижнюю линию или бэкаться. Ух ты. Пробивает немного здесь Рейну, но здесь Сантосу нужно выходить, потому что щит она пошел Сантосу. Качок приходится нажимать, а Рейна пока живой. Рейна пока жадничает, босс летает, и первая кровь! У Юникорса флаб, мы взяли первую кровь, но красный бар собирает, пока Юникорса флаб, телепорт сюда делает гаджет. Интересно, зачем он свой телепорт стал и пошел куда-то наверх. Все, он подкидывает Сантосу, у которого нет скачка. Ответный килл могут взять в E3, но нет, здесь есть якорь, отпрыгивает на стенку гаджет. Гаджет заигрался, нажимает скачок, на шишку не успел все он взорвать, и гаджет тоже выходит, но без скачка оказывается. И в итоге это идет... Ага, это идет ответный свап от гаджета, поэтому он будет на верхней линии стоять против Кейтлин. Не, мы не оказались в ситуации, где Кейтлин стояла бы... Ой, не Кейтлин, а Ариана стояла бы в каком-нибудь Сиона. Нет, все это 2 на 2 будет на верхней линии, Сион на нижней. Босс с первой кровью и Блейдом идет на нижнюю линию против Сиона стоять. Нам очень повезло то, что V3 решили заинвайтить пятером. Могу тебе рассказать, Дим, что могло произойти. Сион мог начать на своих птичках, на рапторах. Забрать соло рапторах, они могли заинвейдить четвером, просто забрать у Грейса красный баф, засплитать карту, и Кейтлин бы просто стоял на верхней линии. Все, он бы забрал бы рапторов, потом бы пошел на нижнюю линию, и тогда, для того, чтобы замачить Unicorns of Love, им бы надо было Камилле прожать телепорт на бот, а Риане прожать телепорт на топ, и началась бы лейн-фаза без двух телепортов. Поэтому для нас все отлично началось. Босс с великолепным красивым плеем, красивый флеш, забрал для себя первую кровь, получил для себя хороший матчап и сразу же меч. Опа, у нас тут лесная драка, на втором левеле это Ананасика. Но пока у Ананасика не получится здесь забрать этого картуса, мешали остроклювы. У Буги есть скачок и выбивает Ананасик этот флеш, а Галио отошел. Интересно, интересно, почему можно было здесь помочь, либо что-нибудь выбить из Ананасика, но в итоге... Буги, как я понял, забрал для себя строклювов. По крайней мере, какую-то часть из них он взял. Он имеет третий левел уже даже, наверное, где-то с половиной. А Насик пока второй, но есть големы, он их заберет. Рейна Арчер рапует в трибуше, но Сантос пока не готов фейсчекать. Аккуратно, ребята, пока стоят, просвечивают кусты гаджет. И спокойно дальше продолжают, ребята, фармить. Не видели мы, конечно, Ариану на нижней линии в континентальной лиге никогда. Ананасик заходит на нижнюю линию по Сиону вместе с боссом работать, выбивает и Сиона флэш, и спокойно идет дальше. Время особо не потрачено, там лишние 10 секунд. Флэш выбили из топера. Время идти фармить. Буги на нижней линии замедляет здесь гаджет. Идет хороший якорь от Сантоса. И не было флэша у этого картуса. И забрали его. Арчер идет под вышку, делает килл на Ариане и выживает. Сам там архит не отбивает здесь. У Сантоса был игнайт, он не успел его повесить, когда Арчер флешнулся под вышку. Можно было тут и два убийства забрать, да единорогов. Неплохой трейд, неплохой трейд. Так. Сантос, если он якорь попадает, он Арчера может и забрать. И вообще, знаешь, нужно сейчас быть поаккуратнее, потому что сет в ранней стадии очень много урона наносит. С базы гаджет возвращается, наносит пока просто фармит. Четвертый левел уже есть уже у Буги. Этот заход в итоге оправдался для картуса, несмотря на то, что он погиб. Но Кейтлин заработала для себя первый килл, но лишилась скачка. Поэтому она теперь достаточно уязвима будет для ганка. Тем более еще и воспламенение есть. У Буги потихоньку весь лес начинает появляться. Есть что фармить. И капля появляется у гаджета. Это будет такая прям жадная арена. Ты да, там отмечал перед матчем, что у нас достаточно такой скейл пик. А скейл... По стандарту означает жадность, потому что у нас капля будет на топе, капля будет в дальнейшем на миде. И Камилла тоже нуждается в тройственный союз для того, чтобы начинать уже разгонять. Ага, вот так вот, телепорт от Арчера на нижнюю линию. Помогает он Сиону забирать пластину. Тут особо много они не заберут, заберут еще одну пластину. И на этом все. Сейчас Сион будет возвращаться на базу. Наши ребята на топе поставили пачку ровно. И будут на нижнюю линию перемещаться, что уже и делают. После Т2 они находятся, а Камилла хочет остаться.
еще немного экспы получить. Ага, и нижняя линия команды В3 снова бэкается и снова будет делать свап. Вот это они, конечно, хорошо сейчас юникорнов погоняют. Юникорны еще никогда не сталкивались с такими быстрыми свапами в континентальной лиге. У нас ребята и другие команды не хотели фолловить свапы, не хотели читать свапы. Они всегда стояли на условиях юникорнов. Здесь же В3 прям, знаешь, по учебнику UL работает. Ну все, она пока что всего лишь 19 крипов. К сожалению, Unicorns почему-то сейчас не прочитали свап, отправили Камилу на верхнюю линию. Но там пачка стакается в сторону Камилы, и сейчас Картус просто должен спидранить, как говорится, на верхнюю линию и стараться задавить Камилу вот на этой пачке, то, что появляется. Наутилус у нас бросила Риано, Риано лейнит у нас против Сиона, а Наутилус идут вместе с Камилой. Небольшой тут рейд у нас со стороны Рейны. Не будет ну, у него сейчас ни Е, ни W. Картус сейчас будет забирать верхнего краба, на Насик забирает облачного дракона. А Ариана пока что спокойно с капелькой стоит против Сиона, настакивает. Но опасно сейчас будет, как бы. Картус вместе с Галио могут давить верхнюю линию. Галио 6 левел. Картус решил забрать краба. Сейчас повезло единорогам, то что на этой пачке крипов V3 не задавили. Топ-лейн заберут всего лишь красный баф. Тут, возможно, и Юникорн захотят и подраться за него. Ага, Сантос читает всю эту ситуацию, он сразу заходит в лес, не торопится фейсчекать кусты, есть ли у него вард какой-нибудь поставить, пока вроде бы нет. Заходит сначала на острах клювов В3, как же они круто здесь работают в этой карте против наших ребят. Пробивать на Насика сильно, на пол хп драться лучше не стоит, но красный баф, я так понимаю, они больше заходить на него не будут. Там пачка на топе отпушивается, босс 6 левел уже имеет сияние, есть, каталисту Номанза. И да, красный баф достается Ананасику, очень круто пока работают В3, подготовились, прям видно, знаешь, такая заготовочка, ульта пошла, 6-й левел Сион, но промахивается он по гаджету, а гаджет может ли убить этого Сиона или нет, а потом ты нужно еще будет и выйти, скачок у гаджета есть, но не попало опустошающим ударом пас, ульта, точнее, капуста пошла, реквием, и дэмэдж прошел, и Номас прилетает и делает для себя килл, а он кос один, и лишнее убийство он зарабатывает, но гаджету нужно опышку идти задинать, или умереть от Сиона, умирает от Сиона, все правильно сделал. Гаджет не стал он давать ассисты. Дополнительный слыша, босс работает. Очередной раз он корректирует своим выстрелом крюком с качком по арчеру и забирает его. И она нас подходит еще на верхнюю линию. И будет 2 килла для юникорнов. 4-2 и плюс 800 золота уже имеют юникорны. И пока очень хорошо они действуют в ранней стадии, хорошо отвечают, хорошо каверят друг друга и неплохой бой дают против битри, которые тоже, знаешь, такие явно были подготовлены на эту серию. Босс-машина, как же он, конечно, хорошо знает лимиты на Камиле. Это 100% его лучший чемпион. Великолепная инициация. Знал он то, что Грейс неподалеку. Сможет он получить убийство с помощью ультимейта. Босс нанес 70% урона. Сделал все для Ананасика. И сейчас дракон. Драка небольшая у нас за Геральда. Сложно будет тут, конечно же, тимфайт с единорогом, потому что КС-1 на нижней линии в это время забирает пластины. Забрал он, скорее всего, для себя уже две пластины. Продолжает дальше. Телепорта на данный момент у Витри нет никакого. Следовательно, ну, единороги согласны с этим трейдом. Ребят, забирайте Геральда. Пока что КС-1 у нас 8 левел. 16-й неподалеку, ребят. Неподалеку. 18. Кук очередной пошел по арчеру, и он не выйдет. У него нету флеша с воспламенением. Забирают Кейтлин. И теперь еще и нужно Рейне выйти. У него есть здесь мордобой, но он не спасает, потому что Камила уже очень сильная. И левел у нее 7-й. И сияние с поглотителем есть. Да и Наутилус базового урона очень много имеет, да, который еще и 6-й левел. На данный момент есть, хорошо работает эта двойка. В это время КС-1 спокойно фармит, Ариана спокойно фармит. 100% уже есть жезл веков у КС-1. Здесь, если бы пас попал опустошающим ударом, все равно бы КС-1 заработал килл, но так бы хотя бы Сион, знаешь, забрал бы килл до. А в итоге вот этот долгий трейд, вот здесь хорошо за сайдстепил, прямо к стенке прижался гаджет, не подкинул бы Сион. У Реквиема пока урона не так много, а КС-1 вовремя прилетел и заработал для себя кровь, и после чего он еще очень долго стоял, фармил здесь кучу пачек крипов, впоследствии еще вышку забрал. Этот момент, где босс выставил крюка плюс коррекция от скачка, очень круто разыгрывал Орчер. Все слишком хорошо, то есть максимально эффективно разыгрывал. Так, тут на нижней линии ганкают Эйса, есть у Галио скачок, но он не спасает, потому что фазовый рывок есть у Грейвса, и спокойно
забирают Галио на нижней линии, который заигрался, пытаются здесь отзонить босса, давить не получится, потому что Сантос неподалеку, и в итоге даже пластину они сейчас не могут себе позволить как-то здесь забирать, и он просто тратит время, его отсюда прогоняют, говорит, иди ищи себе линию для фарма. Несмотря на то, что Герольда забрали в V3, но это был такой, знаешь, от юникорнов, мы Герольда забрать не можем, но мы его стартанем, если вы не придете, мы его заберем, если придете, окей, мы его вам отдадим, потому что у нас Касадин Жезл Веков уже выформил и почти каплю вышел. Появляются первые слоты у юникорнов. Есть воитель у Грейвса. Тройственный союз уже совсем скоро появится. Жезл Веков начинает стакаться. Гаджет совсем скоро купит уже себе Серафим Буги. Будут сейчас вычекать Трибуш Сантос на готове. Есть у него пиинг, отходит. Спокойно. Только у Номадза есть телепорт. Драку можно было и принимать, если хотели. Как-то Сантос, Сантос был 6-го левела, сет 5-го. У Ариана был телепорт. Камила неподалеку, достаточно сильный. Там, если бы они заоверчизили за Сантосом в Трибуш, можно было и по Кейтлин по бэклайну сыграть с телепортом Арианы с Камилой. Касадин был ближе к Галио, Касадин был на реке возле краба. Ну, понятно, что единорогам эта драка не нужна. Они выигрывают по скиллу, можно немножко отдать, чтобы уровни получить. У Камилы уже тройственный союз. По одному предмету сейчас будет. Пока что у единорогов все прекрасно. Несмотря на то, что дали первую вышку, это абсолютно ничего не значит. Но в этом плане, знаешь, юникорны отличаются от многих команд из СНГ. В основном будем про СНГ говорить. Те, которые брали Касадина, они не умели находить. Они либо слишком много отдавали, либо слишком рано начинали драться. Юникорны в этом плане балансируют получше. И посмотрим, к чему это приведет. Две вышки они сейчас отдали, но все остальные кор-герои фармят. И теперь топ-лейн он будет в основном запушиваться. В основном будут долго ждать пачку крипов на верхней линии. Фух, забирают, пока начало хорошее. Дракона для себя. Два дракона. Слушай, когда у вас три гиперкерри в команде, и вы забираете двух первых драконов до 12.30, великолепная заявочка на победу. У нас еще инферальная душа. На следующем драконе композиция Unicorns of Love уже точно будет сильнее, чем композиция японской команды. И пока что очень много вин-кондишенов есть в этой игре. Как Unicorns of Love могут эту игру выиграть? Через предпуш Камилы, потому что не настолько хороший и надежный ингейдж у V3. Могут выиграть просто через 16 левел Касадина. Выигрывают через тимфайт композиции, потому что у них тимфайт композиция сильнее. Выигрывают через стак драконов. То есть 4 варианта развития событий, как единороги могут выиграть эту игру. Посмотрим, какой вариант они события выберут. И пока что все прекрасно. Все под контролем единорогов. Да, плюс вот эти связки очень хорошие, где Камила плюс Арианна очень вкусно смотрится. Наутилус через якорь тоже можно ударную волну Арианны использовать. Здесь попытка задавить Номад за хищник был прожат, но Номад с пачку все забрал, а Насик его закаверил. И в итоге V3 сейчас будут отступать. Отпустят их или нет? Наутилус неподалеку телепорт делает у нас гаджет. И в итоге да, в итоге V3 уходят все вниз, телепорт по сути завесили. Но и так сойдет. В это время Камила краб забирает Номанза, уже капли, и потихоньку он будет в потерянную главу выходить. Очень быстро по темпу идет Касадин. У него плюс 21 крип над Галио. Галио с протребнем. Галио неприятный герой, тем более здесь есть сет, который может подвести, и Сион может подвести. Но против Касадина, Камилы и эти чемпионы не боятся. Галио очень легко могут заэскейпить, задоджить, выпрыгнуть. Так что в тимфайтах будет очень опасно V3 играть из-за того, что Камила с фланга, Касадин с фланга, Кейтлин очень боится таких героев, которые могут быстро откуда-нибудь сбоку залететь. И еще и Камила, который хикстековый ультиматум, очень неприятный для стрелков. Ультимейт. Тут стоит отметить, вот файт у нас отмечал, где Моргана. У нас у Йол в тимфайте всегда будет такая связка. Это ультимейт Наутилуса с ультимейтом Грейвса, с ультимейтом Арианы. Если во время ультимейта Наутилуса по Кейтлин, который V3 у нас никак не могут остановить, у них нет ни W там Кенчи, нет ни Шилда Моргана, Ариана будет в позиции для того, чтобы прожать флешку ультимейт, и Грейс будет в позиции для того, чтобы прожать ультимейт, немножко совершенно урона там надо будет или W Камилы, или одна кушка Касадина, Кейтлин умрет. Вроде как у японцев достаточно много контроля и дизенгейжа для того, чтобы помочь спасти Кейтлин, но мне кажется, у Unicorns настолько классная композиция, столько контроля, столько инициации, столько флэнков, невероятный скейл, что Кейтлин как-то пережить композицию Unicorns of Love будет невероятно сложно. Итак, второй герой появляется в ущелье призывателей и группируются оба коллектива для того, чтобы за него посражаться. Unicorns явно, знаешь, не хотят второго героя отдавать. У Касадина есть телепорт, и Галлио ему пока отвечает.
телепорт у Галю тоже присутствует, так что оба мидлейнера, если что, смогут подключиться к своим командам. И Номанс немного здесь, знаешь, нервишки потрепал Эйсу. Ну и идет дальше крипов фарми. Герольд стартует буги и пас. Но Сантос идет вперед. Пукнуть очень сложно сейчас Картус, он прячется за стенкой. Картус плюс левел над Ананасиком имеет. Неплохой харас от приказа диссонанта. Сантос залетает, убивает Картуса очень быстро. Теперь нужно отойти и по спине не налутать. Реквием пошел, Галю прилетает. Он здесь подкинул и взорвали Камилу. Ананасика тоже убивают. Залетает сюда Рейна, как же хорошо спрокастил сейчас. Сет и Кейтлин делает вперед. Флэш добивает еще и Ариану. Сантос. Санта, скорее всего, тоже не выйдет. А в это время Касадин забирает Сета. И кто взял Герольда? Касадин забрал Герольда. Номанс, Номанс должен выйти. У него есть еще один шаг в бездну. А вот теперь-то еще один есть. Но уже этому Касадину, скорее всего, выйти отсюда не получится. Но килл забрал. А, Герольда забрал. Есть шишка, можно еще помансить. Но там Картус. О, это интересный момент, но не хватает маны совсем чуть, нажимает скачок и выбивает скачок из Галю, подхиливается Номанс! Номанс что творит, если еще прыжок, да покажите нам, сколько у него еще редфолков настакано, пытается дочейзить Номанс, он еще раз подхиливается, Кухан не достает, по Номанзу идет телепорт сюда от босса, будут разыгрывать, Номанс забирает Галю, прилетает сюда Камила, Арчеру не уйти, вот это зря был чейз этого Касадина, еще один килл, Номанс забирает, пазы бежит, нажимает секундомер, но ему тоже не выйти, Номанс выхиливается на пул, и еще одно убийство для юникорнов здесь забирается, машина в вакуум, машина! Какой же красавчик Номанс, что это он только что вытворил? Это просто плей этого чемпионата мира, он выжил 30 секунд, забрал Герольда, соло-убийство, забайтил, попросил телепорт от босса, забрали еще троих. Красавчики, просто этим плеем Номанс заслужил уже МВП просто всей плейн стадии. Это пауза, просто, знаешь, такие ребята из Ветри, что мы с Рэндим, что мы делаем? Зачем нам дальше играть? Вы видели, что Касаид сделал? Все, это невозможно. Это, да, это был нереально крутой плей. Таких плеев мы от Номанса и ждем, не зря. Мы все его называем, да, лучшим мидлейнером СНГ. Это сейчас такой, знаешь, такая звезда. Многие говорят, вот знаешь, блоги в чате я вот там читал, не в нашем чате, да, а как бы вот в Кукуко, в самом прекрасном паблике СНГ Кукуко, пас топ-лейнер команды Витри Сион пролил нечаянно воду на клавиатуру. Ну тут и понятно, потому что тут нереально бомба произошла, там можно было не только воду пролить. Так вот, многие пишут, что команда Unicorns of Love такая ЧСВшная и, в принципе, знаешь, имеет право, если ты так сильно доминируешь в регионе и, по сути, нету на соло-лейнах конкурентов в каких-то других командах вообще, то ты можешь быть ЧСВшным. Это как Ликрит, условно говоря. Он был ЧСВшным, он был, знаешь, таким импульсивным, он говорил сразу все, что думает, но, в принципе, и результат он показывал очень хороший. Он был на то время сильнейшим саппортом в СНГ. Поэтому если ты ЧСВ, и ты при этом сильным, имеешь право, знаешь, говорить, что да, я там самый сильный. Если же ты не самый сильный, то тут уже на усмотрение, потому что тебе могут отнестись с токсичностью, так сказать. Ну, пока что все, скажем так, громкие высказывания или громкий геймплей, который Unicorns of Love показывали или говорили, они пока заслуживают. Великолепная игра у нас пока что против японцев, и какой же... Мне бы очень хотелось пересмотреть вот этот реплей последние 45 секунд игры, еще пару раз, вот посмотреть то, как получил соло-убийство, забрал Герольда. Стоит отметить то, что соло-убийство вообще у нас дает очень много опыта, то есть у нас, если не ошибаюсь, Номанс начинал драку, он только взял 11 левел, а закончил тимфайт, он уже 12 с половиной практически он был. То есть благодаря вот всем этим соло-убийствам и дополнительным убийствам, которые Номанс у нас получил на Кассидине, он получит очень ранний 16 уровень в этой игре. Да, и у него вообще в этом плане игра пошла очень хорошо. Он спокойно фармил. Ну, это, знаешь, это вот чисто юдикорновская тема, где мы разговаривали, кстати, с Криллом, и он говорил, что вот... Возвращаемся тем временем, дорогие друзья, в игру. Наши ребята забирают третьего для себя дракона. В одном драконе от души огненного. Мы с Крео, когда общались во время сезона, ближе к концу, он говорил, что вот в Китае сейчас мета, когда там Ариана, Зои, все эти мидеры, там Синдри в первой ротации уезжают. А вот Юникорн, они всегда мидера на ласт пик оставляют. И когда мы увидели Ариану, я тоже подумал, что, знаешь, как бы
втянулись в мету, но нет, все-таки last pick mid CS1, если позволяет сетап. Возвращаемся, дорогие друзья, в драку. Здесь начиналось не все хорошо. Наших ребят прям так, знаешь, жестко стампануло, на секунду показалось, что все очень плохо, но команда V3 пошла чизить, и в это время CS1 спокойненько там доел саппорта, забрал Герольда, и вот тот самый плей от Номс, где он захиливается на искусном лавировании. Не зря, знаешь, некоторые косадилы не отказались в пользу конкурора, которого еще и понерфили. Вот именно этот подхил с плюс красной веткой, с дополнительным исцелением, вот такие возможности дает. И здесь еще и шаг в бездну. Он как раз маны с W поднял, хватило на шаг в бездну, спрокастил, взял Галю, а тут и Камила прилетела. Босс помог своему мидеру, как 10 минут назад Номадс помог боссу. И в итоге заработали еще два убийства для себя команду New Courts of Love. Ведет 3000 золота, дайвит здесь Номанс буги, но пока не хватает взрывного урона. Не настакался еще Архангел, не превратился он в Серафим. Опа, а здесь босс-то дайвит Галю и заберет его спокойно. Тростный союз плюс молот Колфилда есть уже и не танковать. Мистеру Галю с постиками Меркурия с нулем армора эту Камилу на топе. Заберут здесь у нас еще среднюю вышку. Кстати, Дим, нам пока что показывали реплей. Номас получил очередное соло-убийство на нижней линии, где он забрал Сиона. Картос не успел помочь Сиону. Так что 5-0-1 уже Номанс. Два предмета. На базе, наверное, у него уже где-то 1500 золота за счет соло-убийства трех пачек на нижней линии и дополнительной вышки на средней линии. И пока что все прекрасно. Плюс 4000 золота. Через 3 минуты будет, скорее всего, у нас решающая драка. Потому что если V3 не поконтестит у нас инферальную душу для Unicorns of Love, то, скорее всего, игра точно закончится, потому что CS1, 16 левел, там 2,5 предмета, инферальная душа, его будет не остановить. Мы говорим что-то про Номадза, про CS1, надо отметить игру босса. Босс провел великолепную игру, против него свапнули, он не потерялся, получил первую кровь, великолепно. Сантосом они разыграли 2 на 3, в первых 5 убийствах для своей команды они поучаствовали, 2-0-3, 3-0-2 были счета, соответственно. Поэтому пока что, на самом деле, вся команда играет великолепно. Да, ну просто был красивый плей Номаза, надо, знаешь, подчеркнуть, захайпить и усилить этот плей. А так, да, босс, во-первых, с начала игры, он очень качественно отыграл, забрал ФБ, еще вышел, после этого там Номадс немного помог, потом на они вдвоем на сайде с Сантосом стояли. Самый блеклый в этой игре гаджет, но его и так на Ариану посадили, знаешь, чего вам еще от меня надо? Я фармлю, у меня есть предметы, даю шоквейбы, щитки. В дальнейшем буду полезен, а пока, знаешь, надо пофармить, да. Радует глаз, что Юникорны, знаешь, в первой игре уже начинают не с чего-то стандарт, знаешь, как обычно. Первая игра, все на нервах, давайте что-нибудь возьмем стандартненькое, такое, чтобы, знаешь, не налажать. Нет, у Юникорнов есть свои заготовки, и с первых же карт они сразу их используют. Да, коллектив не самый жесткий, но по первой карте игроков из Японии, ну, с ними нужно считаться и ни в коем случае недооценивать, потому что, как мы видим, PSG, которых все уже, по сути, слили, они оказались сильнее, чем LGD. LGD, на которых там все молились, они первую карту залили вообще в молоко. А аутсайдерский регион Японии в первой же карте латиноамериканцев спокойно уделал. Так что здесь пока, знаешь, у нас есть парочка аутсайдеров, вот в виде R7 и инцов. Все остальные пока выглядят достаточно качественно. Через минуту у нас уже появится четвертый дракон. Стоит отметить, Unicorns очень хороший лайн-ассаймент сделали. Они отправили Камилу на верхнюю линию CS1, благодаря этому смог фрифармить нижнюю линию. Руки были развязаны, потому что картусу приходилось дефать Камилу. И тут такой небольшая дуэль у Номадза уже. Жадно он играет. Ой-ой-ой, позатаунтили Номанза. Аккуратнее нужно играть. А здесь подкидывают Рейну. Рейну убивают до того, как он свой ультимейк смог нажать. И в итоге не будет инициации у Сета. А это очень важно. Через него Галю обычно хотел заезжать. Хороший здесь ударная волна по Буги. У Буги есть скачок. Он его нажимает. Еще один телепорт идет от Номадза, который с базы летит. Догоняет. Здесь все-таки Буги забрали. Идут дальше. Он залетает по Эйсу, у которого есть секундомер. Номадз залетает и взрывает здесь. Если это будет легчайшая драка для Unicorns of Love. А за дракой будет и огненная душа. Забирает здесь паза. Это стампецкий, ребята. Все, это точно уже точно победа. Можно даже почилить и расслабиться и не переживать. Тут залить эту картку
не получится. Идет соло-босс делать душу старшего дракона, душу дракона для своего коллектива, а юникорны вчетвером отправились, втроем отправились забирать барона гаджет в это время. Т2 вышка спокойно спушит и либо подключится, либо пачку пофармит и скажет, знаешь, сами справились. Нет, все-таки идет в команде, ему говорят, ну вообще вот это, не хватает урона, малеха, надо подойти. Босс забрал душу. Дракона. Хорошо разделили ресурсы, да, то есть и медпачку забрали, и дракона забрали, и барона, то есть не паникуют, спокойно все, спокойная коммуникация, после тимфайта, так, ты сюда, сейчас резет в пятером, КС1 уже 16 левел, полный личбейн у него, это за прокаст ваншот абсолютно любого таргета, красавцы. Наказали тут сервис за то, что он почему-то один пошел за ват драться, 9 левела позади. Кстати, стоит отметить, Камилла у нас тут тпшнулась, и у Арианы был ультимейт. В принципе, Камилла могла спокойно сразу влететь по Кейтлину, просто убить его без ультимейта Марианы, но видно, босс решил сейф овер разыграть. Хорошо. Они ждали Номанса, когда он вернется на базу. Да, точно. Да. И захилится. И тут посмотрим, вот сейчас красивый плей был от Номанса, слыша, если не ошибаюсь, он сыграл по Кейтлин. Да. Эрфлэш. Ой, я аж подавился от количества урона, которое он сделал. Это еще без личбейна, без 16 уровня. А теперь и личбейн, и 16 уровень. Да, есть еще разные механики. Флэшер, от которой легче отфлэшиться. А есть эрфлэш, когда ты делаешь шаг в бездну, и в конце жмешь скачок, и урон проходит с ульты. И здесь как раз вот было второе. Там было сияние, но теперь с личбейном, да, будет... Во-первых, гроза личей. Во-вторых, душа огненного. Я думаю, что даже, ну, дело, что даже там Галио особо и не танковый залетает. Номанс вперед. Номанс смеется на камере просто. Ой, как бы хотелось. Я хотел, чтобы в Лиге Легенд ввели такой режим, ты начинаешь с тремя предметами с 16 левелом. Я бы просто ферспикал бы КС1 и не веселился. Вот это столько фана сейчас можно получить. Просто 1-5 тентакил можно оформлять. Оп, еще один. Ну давай, Номанс, ну давай, давай. Да догонит, конечно, такой. Тут не выйти, знаешь, Галио уже и там... Читом подюранился, нету маны у Номанса. Жадный Номанс заигрался, нету. Кстати, его могут сейчас забрать, и он, скорее всего, умрет, у него секундомера нет, хотя он идет к своей команде, все, он ульту потратил, но Камилла заблокировал, и Номанс заигрался. Вот, ударная волна неплохая, под бум пошла от гаджета, якорь мимо, идет ульта от Наутилуса по Сиону, затаунит от Читом Дюрана, здесь Галю, но его здесь забирают, но и без Номанса спокойно команда может справиться в этом сражении. Забирает ингибитор на топе, на центральной линии, пока забили на ингиб, забирает вышку у Нексуса, почти умер Ананасик, Реквием, здесь он умирает, минус Ананас, заходит в спину с телепорта пас, ингибитор на миде никак не могут добить, гаджет пытается засайдстепить, буги выживает, буги добить некому, Камилла работает пока по пазу, выстрел клюка. И забирают еще Сиона, ультимейтом босса не добить, и Сион с автоатак тоже, ибо там урона вообще нет. Сион Зеки купил чисто за бафал Кейтлину, который 3 слота на данный момент, и 3, 2 стороны забрали для себя ее команда, Юникорд, Софт. Телепорт идет в спину от Галио, сейчас, возможно, Камилла у нас умрет, хотя у него у босса есть флэш. Есть еще Magic Sheet. Нет, Галио понял, что забрал... А тут Наутилуса предсмертный хрип убивает Касадина. Знаешь, понял Галио, что с теми предметами, которые у него на данный момент есть, Камиллу просто не убить, у которой еще и танец смерти, не забываем, да, уже собранный. Эту Камиллу не забрать. Так что развернулся, забрал по Сейфовичу саппорта, а саппорт наш Сантос успел еще и Галио забрать, и Номанс на подходе. Но боссу пора бэкаться. Номанс такой, ну а так это... Номанс, попытка номер два? Че я пришел-то сюда? А он ждет, что будет прыгать. Ну, давай, Номанс, хайлайте какой-нибудь еще один. Заруин себе. Ой, прыгать на просто... Сиона. Сион нажимает ультимейт. Один хп у Сиона, но Номанс его не добивает. Теперь время нужно убегать. Его подкидывает Галио, но дальше не дочезит, а разворачивается Номанс, но не хватает совсем чуть-чуть урона. Почти такой, знаешь, ну не хватает совсем чуть-чуть. Еще какую-нибудь АП-палочку, и спокойно он будет. Но это самый плотный. Нужно отметить, что это самые плотные герои у V3, которые могут еще, знаешь, пару раскастов Касадинов танковать. Если там карту с Кейтлин, то этим чемпионом не сдобровать. Забирает третий ингибитор, юникорны. Без трех сторон остаются V3, с одной Нексус вышкой. Плюс 10 тысяч золота у Unicorns of Love, душа огненного дракона. Очень хорошая игра от наших ребят. Неплохо они разыграли. 25 на 9 счет. Трипы пока не танковые. Без барона достаточно быстро умирают, но там идут две тачанки с центральной линии, две тачанки на топ-лейне. Через секунд 40 они до базы уже
добегут и с ними будут закачивать. Сантос врывается вперед! И ударная волна по четверым чемпионам пытается Галию здесь появиться, как герой, но кота один раз валивает всех и прыгает вперед и добирает еще Арчера. Предсмертный крип также от Номада пошел. Хост даже ангел-хранитель не потерял с пятером. Умирают здесь V3 Ace, юникорны делают, забирают Nexus вышку и 30 на 10 заканчивают первую карту. Просто иди сюда, первая победка для юникорна. Будем ждать пятой карты и точно такой же игры против PSG Talent. Хорошая игра от Unicorns. Рад, что показали весьма красивую игру, хороший индивидуальный уровень, босс с Номандзом, да и все ребята молодцы. Я думаю, что с PSG можно пободаться. Я думаю, что с PSG будет очень интересная игра. Но, как отметил Игорь на аналитике, настолько жадно драфтить против PSG нельзя. Я думаю, что против LGD нельзя так жадно драфтить. Против PSG тебя все-таки накажут ранним этапом игры. Если ты будешь играть там тремя скелли всеми линиями против какой-нибудь Люциана Нида или Люциан Лилия, Люциан Эвелин, может быть опасно, очень опасно. Да, посмотрим. Я, знаешь, юникорны славятся тем, что у них много всяких заготовок. Мы особенно по плане Номанза. То есть там фримачап на миде, а магического урона. Касадин. Если какой-нибудь ранний Сайлас, там появляется Люциан. Если там физический урон, там, знаешь. В плане центральной линии много было экспериментов еще в течение 2 лет. То есть там они и Зеда тестировали, и АП-Чогата. То есть было много всего. Дорогие друзья, это была только первая карта Unicorns of Love сегодня. И мы передаем слово на аналитика, потому что у ребят тоже там есть эмоции. И помимо эмоций еще они игру для вас эту разберут и подведут следующий файк. АТР, вам слово. Корс, друзья, сразу хочу сказать, да, все вообще. Сразу хочется сказать, что Unicorns of Love на секунду смутили, мне кажется, всех своих фанатов, а потом они сняли маску единорога, и там оказался единорог. Классика драфта Unicorns of Love. Номанс на Касадине, босс на Кабиле, гаджет на своем магическом стрелке, а точнее не на стрелке. В целом, все прошло идеально для команды из нашего региона. Я очень-очень-очень хочу поговорить о том, как отвечали они на вот эту вот заготовку от коллектива из Японии, который, в принципе, ну, интересный подход там представили. Просто вот на скире, мне кажется, Не самый оптимальный. То есть, да. Правильно Шарк говорил, то, что там можно было сделать все намного лучше. То есть, Сион первоначально идет, забирает кемпы, потом спокойно стоит там 1x2. Если его давят, ему все равно, потому что фарм он лутает. И самое важное, то, что шатдаунится очень сильно за это Камила. Но, тем не менее, очень вовремя там телепорт был сдан от гаджета, сваплейна не произошел, и в принципе вот этот фиеста, начальная фиеста, она пошла под контролем уже Йолов, то есть она достаточно комфортная была. Единственное неприятное было то, что Кейтлин разогнала за счет ФБ вышки, и то, что две вышки вообще в целом там забрали В3. Но, как мы видели, что происходило потом, здесь индивидуальный уровень, индивидуальное мастерство просто от всех игроков, абсолютно от всех игроков было, ну, реально крутое. Номанс, разумеется, МВП, его вот этот вот плей на Герольде, где он минуту, наверное, убегал от Галио, просто как неуловимый Джо, и при этом он еще до этого убил Сета, забрал сам Герольда, и еще в итоге убил Галю и с небольшой помощью от босса забрал в итоге еще и Кейтлин. Я бы хотел, кстати, босса отдельно отметить. Я понимаю, что Номан сейчас своим сиянием затмил вообще все. Если честно, даже 2 лампы, которые у меня стоят здесь для освещения. Потому что, ну, Номанс, боже ты мой, это действительно... Я прям чувствовал, как он там пентакил в этой игре хотел сделать, но, к сожалению, Он хотел, да, там он прямо... чуть-чуть урона не хватало каждый раз, чтобы добить свои цели, тем не менее... Ну, я вот просто хотел сказать, босс тоже был очень хорош, очень. Все молодцы, но босс для меня второе место в этой игре. Номанс, он сделал нереальный плей, который действительно попадет во все хайлайты, его очень сложно будет затмить по ходу этого чемпионата мира, тем не менее, все-таки стоит отметить, наверное, босса, да, который очень круто Камилу исполнил, то есть он хорошо чувствовал моменты, он давил Сиона, он организовывал вот эти ганки по Кейтлин, когда ее шатдаунили, типа,
и то же самое по ходу игры, вот этот спасательный телепорт, благодаря которому Номанс смог вернуться, то есть развернуть плей в свою сторону, это все благодаря боссу, поэтому для меня вот все-таки по импакту конкретно на игру, наверное, все-таки топ-1 MVP здесь босс. Номанс сделал просто реально очень крутой плей. Ну, Номансу опять-таки создали пространство, как обычно, да, Номанс это у нас вот именно тот керри-игрок, которому нужны ресурсы, и который дальше уже, как вот у нас любят в чате спамить, да, таймер 16-й левел настал, и, собственно говоря, конец вам настал, он как только заскейлился кассадин. На самом деле это все не важно, очень круто то, что игра получилась действительно классной, за которой было интересно наблюдать, вот эти все эмоции, которые ребята нам подарили, и, кстати, стоит поблагодарить и команду V3, потому что они, во-первых, хорошую идею первоначально, заготовку делали. Конечно, до идеала отточить они ее не смогли. Наверное, времени не так много было. Но игра получилась действительно очень и очень интересной. Начиная от драфта в целом от двух команд, заканчивая, конечно же, самой игрой. Итак, друзья, у нас как раз-таки прямо сейчас есть возможность еще и интервью послушать. Давайте его послушаем. Дожить до уровня, и Кассадин просто сделал невероятное. Такое ощущение, что вы реально их аутскейлите. Насколько хорошо ты... как ты оцениваешь своего оппонента? Ну, они пытались играть в свою игру. К счастью, мы были к этому готовы. На драфте Инви нам сказал, что они взяли Кейтлин Сиона, значит, они 100% будут свапать. Типа, будьте готовы к какому-то чизу сразу с первого левела. Также на драфте Левчик говорит, ну здесь Кассадин фри заходит. Я говорю, ну давай мне Ариану тогда. И там были моменты в игре, когда мы просто переиграли их в этой клаун-фиесте в начале. И где-то на 5-й минуте мы говорим, ну через 5 минут они уже не могут играть. Когда у вас уже был дракон, через один как раз огненный. На самом деле вы очень интересно подстроились и на драфтах, и по ходу игры, потому что у вас был тяжелый файт на Герольде, где Кассадин просто что-то нереальное сделал. Но не только он сделал главный импакт. Как ты думаешь вообще в целом, здесь больше драфт сыграл или ваше исполнение? Потому что и то, и другое было на высоте. Драфт нам очень помог, потому что мы получили абсолютно весь комфорт помимо меня, наверное. В принципе, так обычно и происходит. А по поводу исполнения, я не думаю, что нам нужно было прыгать выше головы, чтобы выиграть эту игру, потому что драфт был слишком такой, слишком легкий, и мы знаем, как этим играть. Даже если бы там этот Геральт Файт пошел не в нашу пользу, я думаю, все равно бы эта игра закончилась... Да, такое ощущение, хорошо, что вы с самого начала лидировали, и в целом даже, несмотря на то, что вы отдавали башни, и у вас в целом такая задумка и была ведь, да, чтобы отдавать объекты, но тем не менее драться и искать где-то ошибки оппонента и наказывать их оппонентов за эти ошибки. Не то чтобы они эти ошибки пытались спрятать, знаешь, они их просто открыто делали, и им было в удовольствие как-то. В целом, вы сейчас заработали свою первую победу на Worlds. Я тебя с этим поздравляю, это очень круто. Как ты думаешь, дальше будет так же просто? И было ли это просто для тебя? Ну, играть на самом деле очень приятно, то есть нет никакого стресса, не знаю, может, просто это такая первая игра и еще не адаптировался, но думаю, дальше будет только лучше на самом деле. Я очень надеюсь на это, и я желаю тебе удачи во всех предстоящих играх. Фаек, мы передаем тебе слово обратно, ребята, вперед! Спасибо большое, Паш. Ну что ж, Игорь, как тебе такие слова, гаджеты? Дальше да нет, только лучше! Да не, молодцы, тем более то, что первая игра, она сразу зарядила бодростью, то есть она не была такая какая-то клоузовая, где надо было там камбэкать, где они не были уверены в своих силах, то есть видно то, что ребята уже получали удовольствие от игры, то есть там Номанс пытался уже в соло там убивать босс, на самом деле Сантосом тоже там где-то вот эти присмертные хрипы свои делали, которые, ну, все время обращались в киллы. Понятное дело то, что сейчас они на позитивном, на хорошем настроении должны подойти вот к игре с LGD, с PSG. И, в принципе, просто показать себя и сыграть в свою комфортную Лигу Легенд. Потому что если первоначальные вопросы были к командной игре по поводу UOL, то есть многие переживали, что они не очень хорошо отыграли финал, там так были осечки у них, то есть они могли финал, в принципе, не выиграть, то сейчас мы видим то, что вместе... Они играют круто, то, что индивидуальный уровень на высоте, и по идее, как мне кажется, против PSG у них тоже не должно быть никаких проблем. Но это уже позже, возможно.
Если будут вот так же отдавать максимум комфорта, то я думаю, что проблем возникнуть и не должно. Мы говорили уже не раз, что индивидуально все игроки EOL соответствуют. Я даже не буду скромничать, соответствует самому высокому уровню игры. Понятное дело, что там говорить о первом месте на ЧМ пока рановато, но, по крайней мере, создавать конкуренцию даже основным регионам могут. Самое главное, чтобы не совершалось таких вот глупых ошибок в эрли-гейме, как мы видели на финале, например, LCL. Но сами Йолы признали, что это была не лучшая их игра, не лучший их перформанс. Они из этого сделали выводы и двигались дальше. И вот такие результаты мы наблюдаем сегодня. Пока что счет 1-0. Действительно, уважение команде V3. Они, по крайней мере, заставили, значит, задуматься наших ребят. И как видишь, как вот правильно Гаджет отметил, да, Инви все это предугадал, все это рассказал. Мы про пик Сиона говорили еще с тобой перед первой игрой. Это очень важный инструментальный пик для этой команды. Хотя у меня есть вопрос, с учетом того, что взяли все-таки уже танка на верхней линии, почему не взять было Моргану для того, чтобы максимум ресурсов влить в Кейтлин, но это не важно. В принципе, и с учетом того, что болеем мы за другую команду, как бы не взяли Моргану и не взяли. Гаджет в очередной раз... Это не так важно. Да, Гаджет в очередной раз доказывает, что он, в принципе, готов играть на чем угодно. Я очень сильно удивился блайн-пику Арианы. Мне казалось, что это не стиль Юолов. Но, как я уже говорил... ФП на красной стороне, да. И, да. Конечно же, Юолы любят флексить. Они любые пики готовы там с мида на бот перебрасывать, с бота на мид перебрасывать, если это необходимо. Потому что, в принципе, чемпион пул у них огромный и... Как всегда, еще с давних времен, до Unicorns Flav, когда этот состав был в Веге, самое противное было, это как раз-таки, когда Йолы, ну, когда этот состав играет на красной стороне, потому что ты никогда не знаешь, какой герой куда пойдет. Да, если я не ошибаюсь, против PSG мы будем играть на синей стороне. На синей, да. Да, то есть там будет чуть-чуть посложнее. Не то чтобы посложнее, скорее не так легко будет. Хотя это примерно одинаковые вещи. Но, знаете, русский язык штука тяжелая. Только что очень, очень много эмоций было потрачено в болении за наш коллектив. Еще одна игра ждет UOL сегодня. Но пока что нам надо уйти на паузу. И после этого вернуться в эфир уже с четвертой игрой сегодняшнего дня. Не разбегайтесь, дорогие друзья. Чемпионат мира 2020 по League of Legends пройдет в Шанхае. И сегодня мы расскажем о формате турнира. В течение месяца 22 команды будут сражаться в трех стадиях – предварительной, групповой и плей-офф. Участники предварительной стадии – чемпионы CBLOL Бразилии, LGL Японии, OPL Океании, LCL СНГ, LLA Латинской Америки и TCL Турции, а также команды из PCS Юго-Восточной Азии, LCS Северной Америки, LPL Китая и LEC Европы. Две группы, по 5 команд в каждой. Один круг, матчи до одной победы. Пятые места выбывают. Третье и четвертое места сражаются друг с другом в матчах до 3 побед за шанс пройти дальше. Победители этих матчей снова играют до 3 побед, но уже со вторым местом другой группы. Победители этих матчей переходят в групповую стадию вместе с лидерами групп. В групповой стадии 16 команд, 4 команды, прошедшие из предварительной стадии, и 12 команд, которые попали на этот этап напрямую. Это по 3 лучшие команды из LPL Китая, LEC Европы и LCK Кореи, 2 лучшие команды из LCS Северной Америки и лучшие команды из PCS Юго-Восточной Азии. 16 команд, 4 группы, 2 круга, матчи до одной победы. Будет жарко, ведь всего 2 команды из каждой группы пройдут в стадию плей-офф. В этой стадии оставшиеся 8 команд будут играть на выбывание в матчах до 3 побед. 2 лучшие команды проходят в финал. Они также сыграют в матче до 3 побед. Победители получат кубок призывателей и титул 10-го чемпиона мира.